Всем привет, дамы и господа, с вами Неломок. Мы сегодня впервые играем в игру под названием Eternal Fury, что в переводе означает «Вечная ярость». Сейчас мы будем выбирать героя, либо же мага, либо же воина. Арчер — это, по-моему, лучник, но почему-то я его не могу выбирать. Я возьму себе, наверное, вариора. Можно женщину взять, такую себе интересную женщину. Будем играть за мужской пол. Возьму себе вариора. Но я возьму тут еще поменяю сейчас никнейм. Напишу Неломок. Окей, и Warrior, Stargame, let's go. Посмотрим, что эта игра себя представляет. У меня есть один там код, который надо будет где-то, наверное, там использовать в игре. Пока что не знаю где. Секретный код мне подогнали. Так, и что я тут вижу? Так, игрушка в стиле, я так понимаю, уже с первого взгляда. Ух ты, так, у меня там какой-то ранг. Она такая... игрушка типа браузерная, что-то такое пока что непонятненько. Сейчас будем разбираться. Так, это мне далеки-то тут всякие прикольчики. Типа, как я недавно играл, этот Ball Heroes. Premium Gift, нажму. Чикс. Но это если я задоню, правильно? Recommended. Так, как тут играть? VIP, не ломоп, не VIP никакой. Shop. Тузе, так, чик-чик, клик. Куда он пошел? Кляем. Опыт забрали, чикс. Так, твой отец, герой какого-то там ордена. Кто там такой там защищал вовсю? Так, тут нам показывают. Provide aim. Колдун мне что-то там втирает. Колдун, ты что мне втираешь? Куда мы побежим? Ага, вот он я. Warrior, Чикс. Куда он пошел? Следим за ним. Куда он пошел? Продолжаем следить. Full screen. О, я могу на full screen. Кляйм. Так, let me teach you how to get... Позволь мне тебя научить, как быть более сильным. Ну, давай. Обучи. Skills. Жукс. Так, Чикс. Нажму на скиллы свои. Апгрейд, могу тут апгрейдить что-то. Какие-то скиллы свои, ударку, видимо, свою. Закрываю. Комплит. Так, что там мне говорит? Контакт. Кем-то нам нужно там хочет сконтачиться. Нажмем тут еще раз. Я уже опытный. Кампейнинг. Жукс. Предлагают мне сюда в форест отправиться, в лес. Челлендж какой-то. Ну идем. Заценим. Опа! А вот он я. С меча такой рубанул, на. О, лучница какая-то. А я могу какую-то вот штукенцию, типа скилловую свою нажать, да? Вихрями. Ну такая простенькая боевка, понятное дело, типа браузерная игра. Всякие мне штучки дали. Клопс. Так, что мне, второй левел предлагает сразу же пойти? Или просто комплит пока что? Дали мне опыт на скиллуху, чтобы потом прокачивать. Это можно закрыть, правильно? Тут нажму, кляем. Это какой-то... Что там пишут? Материал use to complete advanced summoning from Valhalla. Что-то с Valhalla связано. Valhalla это что, этим с викингами тоже повязано? Как-то. Forest also... Там что-то там опять про лес мне что-то втирают. Что-то мне опять про лес втирают. Valhalla. Чикс нажал. Куда она улетела? You can summon our heroes here. Давай нажмем. Что это могу... Сумон, это типа призвать сумон, насколько я помню. Чикс, нажимаю. Что-то мне призвало. Комплит, мне дали лучницу такую, как только что она меня валила. Только что она по мне пулькала. Куда он пошел? А, это же онлайн игрушка, тут не только я один. Вон он кто-то еще бегает. Это типа в онлайне же игры. Могу на него посмотреть. Так, мне надо нажимать на эти, чтобы квеста дальше проходить. Экспу мне дали какую-то. Deploy a hero. А это что такое за кубик? Угу, мне предлагают взять ее. Перетянуть. Деплой. И что, два раза? Ага, мы ее два раза кликнули и установили ее на поле сражения. Мы будем уже с двумя типа героями. Сразу. Вот так-то. Так, что теперь? Деплой. Еще мне дали опыта в книжечку, в скилловую. А я могу что-то прокачивать, апгрейдить. Какие-то скиллы свои у меня есть. Где мои скиллы? Поинты. А вот мои поинты. Типа мои суперы всякие качать могу. Свои всякие суперы, пуперы. Свои скиллы, в общем, я вкачал, не знаю. Челлендж.
Опять драка, опять с волками. Можно ауто. Но он с одной плюхи вырубает этих волков, бедные волки. Можно ауто кликнуть. Они сами будут воевать, а я себе могу спокойненько наслаждаться, пить кофеечек за ваше здоровье. Капучино могу пить. До 5-го левела мне предлагают пробраться. Чик-чик-чик. Ух ты, чё он так засветился здесь? Так, Heroes. Нажал. Апгрейд. Ага, я лучницу прокачиваю, да? Экспа. Чин. Кампейн. Пока что крестик не надо нажать. Мне тут учат нормально. Берешь все то, что нажимаешь туда, где светится, и все четко. Какой-то стоит на дракончике какой-то. Это кто такие? Первый, третий уровень. Это типы на драконах здоровенных. Что это такое? А что это они такие? Да что они такие? Я тоже такого хочу дракона большого, такого огненного. Так. Смотри, на! Ой-ой-ой, что-то лучница слабенько дамажит, слабенько. А ну-ка нормально, давай, вихрем. Ту-ту-ту-ту-ту! Клик. Так, это я, получается, уже он, сука, левела протопал. Комплит, пока что не спешу. Мэп, куда-то пошла мэп. Мне карту расширить пытаются или что? Нажал на мэп. World map, мировая карта. Misty Woods. Это мы сейчас здесь? Или чё? Ух ты, там кто еще кто-то бегает. Это все кто-то сюда затпшился в данный момент? Какие-то ангелы, слушайте. Я потом тоже на таком смогу летать? Робин Гуд. И мы сейчас идем типа ему наваливать? Клайм. Собрал еще где-то опыта. Slay a monster. А это Slay — это охота на монстра, да? О, я с ними уже дрался. Фу. А почему он так сплэшем не бьет мечом сразу по троим? Потому что как-то ненормально. Он должен был сплэшем бахнуть. Но! 8-й левел у меня уже, кстати. Виктори. Четко. Комплит. Так, пока что все элементарно. Это понятное дело, чтобы завлекаловка. Начало игры. Клик на дракончика, на коня. Кляйм. Что, наконец-то мне дали коня? Или не дали мне коня? Я буду на лошади. Не закрываю. Вот, кляйм. Я все пособирал, какие-то диаманты, я все позабирал. Гоу. Не знаю, я буду квесты потихоньку лучше выполнять, и все будет у меня хорошо. А где моя коняка? У меня пегас там такой был красивый, куда его от меня забрали? Я хочу, чтобы мне вернули моего пегаса, алло. Где мой пегас? Ребят, так мы не договаривались вообще-то. Continue, complete. Я уже научился играть в эту игру. Пока что все. Премиум, шоп, чикс. Идем дальше. А это тут XP 2500. Может, не стоит туда? Ой, а что тут как-то лошади передвигаются странно? Идем сюда еще. Тоже бой. Ой, пауки какие-то. Мне это уже начинает не нравиться. А, с одной плюхи. Давай. С одной плюхи паучка вырубил. Ну-ка. О, лучники атакуют. О, вихрем. Видели? Лучники нормально дамажат у меня. Да, такой с меча, так больше не меч, а какой-то топор. 9-й левел, комплит. Так, мы тут скоро уже все звездочки, смотрите, позавоевываем. А что за сундучок? Кляйм. Что-то собираю. Какие-то use. Пускай будет use. Enable. Что-то заюзал. Иду еще кого-то отмудохающего. Ой, там нужно на коняку нажать было. Куда он пошел? Кляйм. Что-то мне там советуют. Eternal, сервер. Вчитываться это неохота. Кто-то лучше сейчас нажму. А, добавить еще. А подожди, а как мне перетянуть? Раз, два. А можно поменять местами как-то? О, поменялся местами. А почему ты... Что такое? Шар. Сзади пускай стоит, короче, и надамаживает. Я не понял, что мы не сюда затягивали. Ага. Шейр. Не понял я, честно говоря. Ну ладно. Давайте дальше этот. Что тут? Кляйм. Гоу нажмем. Гоу. Апгрейд. Квик апгрейд. Жикс. Я типа свитки, я так понял, использую для прокачки этого персонажа. Правильно? Что? Кляйм. Диаманты. Активейт. Вот, я должен был нажать кнопку активейт. Мне долил коняку. Я на коняке теперь, да? Правильно? Комплит. Что-то нажать надо. Что это? Апгрейд. Теперь коня своего. Квик апгрейд. У меня больше нечего апгрейдить его. Бай. Не, подожди. А что там было? Апгрейд, байт, эвентс, гоу. Крестик.
Покажите мне моего... Да, я теперь на коняке, на Пегасе здоровенным. Год союз, смотри. Йо! Коняка, коняка, смотри. Кляйм, кляйм, юз, чикс, сундучок какой-то вскрыл. Юз, юз. Ой, что-то куда-то мне тпхнули. Теодор. Теодор, Теодор. А может, куда он как-то он скачет боком? Непонятно. Ты что так боком скачешь? Куда он пошел? Беседовать с кем-то? Куда он скачет? Алло, угомонись. Угомонись, конь. Конь, угомонись. Конь, ты куда поскакал? Кляйм. За опытом бежал. А там где-то было 2000, 10 тысяч. А давайте 2000 попробуем. А, что-то клацнул. Ага, это надо было просто забрать, что ли? Челлендж. Челлендж, опять челлендж. Какой-то волкулак. Я уже 12-й левел, между прочим. 12-й уровень моего персонажа уже. Ой, а он не сильно бьет. Они слабенькие. Пока что они тут все такие, все такие, все такие, все простенькие. Так, 3000. Но надавали здесь, я вижу, мне этих самых квестов целую кучу. Так. Пока что они у меня такие армированные персонажи, что они даже меня массаж своими когтями делают, походу. Бам. Клоус, клоус. Так, забираем. Идем еще там кого-то нагуцаем кому-то. Так, что там? Бэкпэк. Бэкпэк, рюкзак, правильно? Что вы мне предлагаете? Это нажать? Два раза? Чикс, это что у него? Очки опыта появляются? Меч. А что сейчас? Что здесь написано? Атака 0, атак 90. 90. И в чем это лучше? 270. 75. Ну, дважды нажать могу. Они меняются. 195. Этот получше будет. Синий, да, чем этот? Я ничего не поменяю. Тут БР написано 75, тут написано 270. 270, тут 75 БР. Что это означает? Weapon 10, level 10, level 1. Этот level 1, это получше будет. Это более на высокий уровень. И повышается сразу этот. Все нормально. Cards. Cheats, other. Это что такое? Male, female. Text name. How do you want to be? А, можно себя переименовать? Нет, этого не надо. А это можно как-то продать? Use. Share. Подожди. Там backpack. Там можно было что-то еще с броней. У меня тут поинтереснее, по-моему, броню. О, так мы можем сейчас на фиолетку себе поменять все. А что я так сразу не сделал? Щиты вон всякие. На фиолетку сейчас вон у меня улучшается перс, реально. Что-то все подожди. А что мне это не объяснили? Что я это должен себе менять сам? Все, вон как я себя прокачал жестко. Этими амулетами, кольцами. Вот, все фиолетовое. Я был в синьке одет, теперь фиолетовый. Это что за кристалл? Нам надо читать там материалы какие-то. Ну все, по-моему, я себя одел... Еще. Ой, а там какие-то... Treasury, воу, бай. Это мне предлагает всякие зареалы, так понимаю, покупать штучки. Awards, climb all. Че надо нажать? Тун. Не знаю, это, видимо, типа battle pass какой-то, верхний, нижний, да? Climb. Тоже какие-то всякие штуки. Ну, Devon 7, climb. Devon 11 Go. Не, надо квесты, наверное, выполнять. У меня полно всего-всего там повыскакивал. Deploy Heroes. Deploy to Heroes 2 из 3. А надо 3. Опа. Есть! Еще один появился воин. Complete. Квест выполнился. Challenge. Теперь у меня 3 брата-акробата. А как я... А может быть я могу как-то одевать их по-разному, каждого воина? Нет? Одевать какую-то на них броньку? Я ничего не понял. А чё он урона не нанес совсем никакой? А этот наносит. А этот что-то молча бьет. Жух. Бах. Так. Что там еще? Забираем опыт. Еще давай мне опыт. Что там? Hero. Exchange. Quick exchange. Максимально прокачка лучника моего. О, дали мне какие-то крестулики. Крестулики дали мне. Enter. Что я сделал? На 13 левела. Так, ультимейт. Это показывает его таланты, да? Don't show again. Click to continue. 21 second.
Окей, но почему мне так долго пытается это все рассказать? Таланты. Он морозной морозом бьет, мы ее убьем огнем. В принципе, стихия одна против другой стихии бороться должна. А, все, я в бок нажал. Ну, кажется, мы его с двух ударов вырубим. А ну-ка. Он даже мне немножко не снес хп. У меня, кстати, 16 уровень, скоро 20-ка уже. Все, присел на коленко. Хорош. Хорош, ты был хорошим противником. Респект, уважение. Но я получше. Форуч. Эксченч. Чё ты нажал? Еще там как хочу драться. Дайте мне еще кому-то навалять, пока у меня есть сила. Что здесь? Enter. Какие-то камушки. Ой-ой-ой-ой-ой, 14 левела. Но я 17-й. Бам-бам. Но! Минус один. Это какие-то гоблины с рюкзаками на спинах. Но! А по 4 блок. Как-то этот бьет. Ну как, может он слабо у меня одет? Почему он так слабо дамажит? Смотри, бум. На 7. На 7 урон, на 7? Так, это что-то запустило. Вот это было на 600 урона. Бум. Ого. Это что было за удар такой? Виктори. Комплит. Complete. Кляйн. Опыта мы, конечно, сорвали жутко. Апгрейд. Quick upgrade. Чикс. Лучница опять хочет вкачивания. Лучница прожорливая у меня. Обычно хочет качаться. Челлендж. Что, и давайте последний челлендж пройдем и на сегодня с этим видосом завершим. Вроде бы такая игрушечка, ну, простая, но, в принципе, поиграть можно. Плюс в том, что она, типа, на мобилку доступна и на компьютере можно так позадрочить. Лучник еще запустил. Бам. Все. Собрал кучу всяких медальонов. Комплит. Комплит. И все. Зеленого больше здесь меня... А, мне вниз еще отправили. Герой. Промоушен. Жук. Она, короче, у меня очень жесткая становится. Очень жесткая тетенька. Use. Нажмем. Промоушен. Go event. Мы можем купить какие-то на нее улучшения. Ну, понятно. И тут полно всего. Бери, клацай сколько хочешь. Смотри, там всяких бонусов. Комплит. Все, ребята. Ссылка в описании. Тут сундучок через 3 минуты появится у меня какой-то. Ну, вот такой. Где мой конь? Мой пегас. Такой у меня пегас сегодня появился. Неломоб годсает на пегасе. Можно видос назвать. Увидимся в следующем видосе. С вами был Неломоб. Мы играли в Eternal Fury. Все, всем пока-пока.